Друзья, всем привет! Ну что, сейчас покажу сравнение Ренегада и Одес 1000, насколько они имеют разницу в длине. Итак, насколько вы можете заметить, Ренегад на 30-х криптодах и Одес 1000 кратыш на 30-х ултангах. Мы поставили практически размер в размер колеса. Передние части бамперов я не беру. И далее переходим к задней части, насколько это интересно. И мы видим такую же картину, как мы видели, смотрели в предыдущем видео. Можно посмотреть, здесь ссылочка будет в описании. Точнее, в верхней части экрана, где мы сравним длину Outlander 1000 и Одес коротыш. И точно такая же ситуация. Сейчас мы видим, что Ренегад короче фактически на пол баллона колеса, чем Одес коротыш тысячный. Ну вот такая вот разница. При том, что, как вы можете заметить, сидухи почти один в один, то есть по длине. Ну вот так вот, если можно это видеть, разница. Вот, вот такой вот формат. Одес 1000 длиннее, чем Ренегад. И за счет этого он более устойчивый будет при подъемах и спусках, при съездах препятствий каких-то. Вот кому-то, может быть, это будет полезно. Пожалуйста, смотрите. Ренегад — это, конечно, заебись. Но, блядь, Одес — это, конечно, просто охуенная тема. Покупайте Одес.